Фред, привет, Валилова. Привет, спасибо, значит, посмотрим. По-моему, да, это далее. Да, но я говорю, что я из попсы все равно больше люблю чуть-чуть другие темы, да, как вот это вот «Вместе мы», там, получается, супертрек. Это мне все равно немного больше ассоциируется какие-то вот, подъезжают черные джипы, ресторан какой-нибудь там, «Спелая поляна», и вот там сидят ребята, что-то разбираются, то есть какой-то, ну, немного не самые приятные ассоциации с такого типа музлом, но какой-то полу, ну, не шансон, конечно, но какой-то в ту сторону чуть-чуть.